Друзья, друзья, всем привет. Я, короче, иду с работы. Иду усталый. Иду побитый, как собака. Ну, короче, сегодня много работы было. Вот. Вот. Сегодня много работы было. И, короче, такое ощущение, как будто меня побили, как собаку. Побили, как паршивую собаку. Вот. Сейчас приду домой, отдохну, покушаю. Вот, у меня там дома супчик гороховый есть. Вот. Что там у меня? Еще осталась курочка тушеная. С морковочкой, там, с лучком тушеная. Ну, так нормально дома есть, что покушать. Вот, вкусняшки есть. В общем, буду. Короче, переобул я свои зимние ботинки. Все, я сейчас в кедах. Сейчас в кедах, друзья. Сейчас вам покажу, в каких я кедах. Даже покажу вам, друзья. Вот такие вот у меня кеды. Плохо видно, конечно, но неудобно с телефона снимать. Так что вот так. На улице вообще холодно. Завтра обещают, что плюс 16 градусов. Сегодня вообще холодина. Ветер такой холодный. Пасмурно. Вот сейчас мимо корпуса прохожу, тут показывают, его сейчас 40 плюс 10 градусов. Но по ощущениям, мне кажется, неправильно показывать температуру, по ощущениям, наверное, градуса 2 или 3. А вообще так прохладно, и ветер так холодный. Холодный такой. И ветродуй. Ветроган. Ветроган. Но все равно радует, что уже апрель месяц. Сегодня у нас 8 апреля. Вот, что скоро уже будет тепло. Будет офигенное тепло, друзья. Будем с вами наслаждаться теплом. Теплотой будем наслаждаться. Сейчас надо на ту сторону перейти. Тут можно будет. Так, сейчас быстрее перейти. Перейти быстрее. 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 В общем, друзья, что вам еще рассказать? Даже не знаю. Дождик недавно прошел. Вот. Но я как раз был на работе, как бы не намок. Дождик меня врасплох не застал. А так и смотрю просто на улицу, что это. Ну, все мокрое и лужи. Лужи лежат. Лежат лужи? Не лежат лужи, а неправильно, как я говорю, а как? Ну, просто лужи на улице. Как они могут лежать? Как могут лужи лежать? Ну, ладно, друзья. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Вот чайки, смотрите. Чайки кричат, отличные чайки. Вот, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, пишите комментарии. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Все, друзья, увидимся.